know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help, and now that I'm without your kisses. Всем привет, и как я уже обещал, что в декабре у меня будут выходить новогодние видео. Ну, логично, короче. И это видео не исключение, потому что сейчас декабрь. Да. И сегодняшний видеоролик я буду снимать типа новогоднего настроения, декор, DIY и все такое подобное. Хотя нет, DIY не будет. Будет там декоры, там вкусняшки и прочие развлечения, которые можно сделать на Новый год. И все. Надеюсь, что видео вам понравится, потому что над ним я очень сильно старался. Давайте не будем долго тянуть время. Надеюсь, что вам понравится мой шедевр. Надеюсь, что у вас поднимется какое-то новогоднее настроение. Да, цель этого видео — создать вам новогоднее настроение. Надеюсь, что у меня получится создать новогоднее настроение, новогодний уют. Ну, а мы погнали. Кстати, я хочу заснять очень много видео в декабре, поэтому пожелайте мне удачи. Я хочу заснять где-то 15 видео за этот месяц, и они все будут на новогоднюю тематику. Ну что ж, я очень много болтаю, не будем тянуть много времени. Поехали. Первое, это, естественно, украсть свою комнату к Новому году. Главное, чтобы вам нравилось, в принципе, ваш шедевр, как вы, в принципе, украсили свою комнату. Самая такая вот странная, естественно, вещь — это написать письмо Деду Морозу. Почему бы и нет? И как же новогоднее настроение без сладкого? Сладко, мне кажется, что это символ Нового года после елки. Ну, серьезно, вот. Мне кажется, что каждый человек кушает сладкое перед Новым годом, чтобы у него было максимум новогоднее настроение. Также, естественно, при новогоднем настроении можно же, естественно, погулять, потому что выпал снег, это вообще шедевр прям. Прям появляется новогоднее настроение, когда выходишь на улицу, особенно когда гуляешь днем. Снег сверкает, все классно, можно в снежки поиграть. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подписывайся на канал. Ну, с вами был я, Кирилл. Надеюсь, я вам поднял новогоднее настроение. Всем пока!